Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Страница 27, упражнение номер 94. В этом упражнении мы должны будем найти значение данных числовых выражений. В одно действие, в несколько действий, со скобками и без скобок. 180 делим на 20. 20 – это 2 умноженное на 10. 180 делим на 10 получается 18. И 18 делим на 2 получается 9. 1800 делим на 200. 200 – это 2 умноженное на 100. 1800 делим на 100 получается 18. 18 делим на 2 получается 9. 450 делим на 50. 50 – это 5 умноженное на 10. 450 делим на 10 получается 45. 45 делим на 5 получается 9. 4500 делим на 500. 500 – это 5 умноженное на 100. 4500 делим на 100 получается 45. 45 делим на 5 получается 9. 400 тысяч минус 702 умноженное на 50 и деленное на 100. Сначала мы будем выполнять умножение, деление, затем уже вычитание. 702 умножим на 500. 700 умножим на 5, это у нас получится 3500. 2 умножим на 5, это 10. Получается 3510 и умножим еще на 10. Получается 35100. Теперь 35100 разделим на 100. При делении на 100 отбрасываем 2 ноля, получается 351. И теперь 400 тысяч мы вычтем 351 из ноля. Вычесть 1 мы не можем, занимаем у 4 над остальными нолями. Кроме последнего у нас получается 9. 10 минус 1 – 9, 9 минус 5 – 4, 9 минус 3 – 6, 9 сносим, 9 сносим, и здесь уже не 4, а 3. Получается 399 649. Сто девяносто умножаем на 200 плюс разность 32148 16. Мы будем выполнять сначала действия в скобках, умножение, а затем сложение. 190 умножим на 200. Будем пока выполнять умножение, не обращая внимания на ноли. 19 умножим на 2. 10 на 2 – 20. 9 на 2 – 18. 20 плюс 18 получается 38. Нам нужно приписать 1, 2, 3. 3 ноля. Получается 38 тысяч. Теперь 32 148 вычтем 16. 40 минус 10 – 30. И 8 минус 6 – 2. Получается 32 132. И теперь мы должны будем сложить 38 тысяч и 32 132. 30 плюс 30 тысяч – 60, 8 плюс 2 тысячи – 10, 60 плюс 10 – 70 тысяч и еще 132. 70 тысяч – 132. Это можно число записать в ответ. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.